Всем привет! Меня зовут Петр Грик. Я рассказываю своим друзьям о творчестве вокального гения современности Димаша Кудайбергена уже более 6 лет. Сегодня мы послушаем его исполнение композиции «When I've Got You». Фанкам записан 4 мая 2024 года в феерическом концерте в Будапеште. Большое спасибо автору с ником Дженни Дир. Пожалуйста, поблагодарите ее за труды. Ссылка на ее канал дана в описании к видео. Ведь она, как следует из описания ее канала, большая поклонница творчества Димаша. Посмотрите только, сколько концертов она уже, возможно, посетила. Прага, апрель 2022, Гонконг, декабрь 2023 и, конечно, Будапешт, май 2024 года. Так что видео снято не просто так, а золотыми руками и с большой любовью настоящего специалиста. Конечно, звук на концерте заметно отличается от чистейшего студийного. Но зато на видео присутствует ни с чем не сравнимая реакция зала истинных почитателей творчества артиста. К тому же мы имеем прекрасную возможность слышать новый вариант исполнения и небольшую импровизацию от Димаша. Итак, композиция «When I've Got You», стихи Кэнди Скелли и Дмитро Гордона. Музыка, конечно, Димаша Кудайбергена.
прекрасное исполнение и общение с залом. Не знаю, как вам, но лично мне больше всего нравится именно эта песня из всего репертуара Димаша. И, конечно же, «Дым». Да простят меня дерзкие, которые полюбили творчество артиста за его классические песни кроссовера. Конечно, классика бессмертна. Это безусловно, но она написана не Димашем и не для Димаша. Согласитесь, что в крайних двух композициях виден сам автор. Это его мужская душа, это его музыка. Харизматичного исполнителя, завоевавшего сердца слушателей во всем мире. Я очень рад такому яркому эксперименту Димаша. Чего только стоит вот этот один мужественный рык. Это как лев в саванне, гордый и мощный. Дорогие друзья, почитатели творчества артиста, спасибо за ваши прекрасные комментарии в поддержку Димаша и прекрасные слова в наш адрес. Ваши комментарии всегда приятно читать. Они всегда радуют своей позитивностью и пропитаны любовью к творчеству народного артиста мира Димаша Кудайбергена. С вами был Петр Грик. Всем счастья и здоровья. До следующих встреч.